Хочу вам кое-что показать. У нас сейчас 9 утра, мы уже как час назад проснулись, готовимся идти на конференцию и ехать смотреть один автомобильчик. Я кое-что заметил. Вот, смотрите, какое чудо. Здесь у нас окно вверх получается, и вот улитка. Как она сюда добралась, я даже не представляю. Ой, спряталась. Надо ей помочь, наверное, выбраться отсюда. И вообще у нас такой вот вид из окна. Я не знаю, здоровались ли с вами сегодня, но походу мы едем покупать машину. И это была та новость, о которой мы вчера не сказали. Вот так выглядит человек, который готовится к покупке своей третьей машины. Но он, конечно же, переживает, все ли получится. Поэтому по факту, когда уже все получится, мы снимем, что же мы купили. Вот. Сдали нашу арендованную машину. Так вот. Пока-пока, Ситиби. Пока-пока. И идем к продавцу. Посмотрите, кто у нас здесь. Счастливый обладатель нового БУ автомобиля. Ты доволен? Что ты купил? Рассказывай. Купили мы Renault Velsatis, 2002 год, 177 тысяч оригинального пробега, что очень важно. И бензиновый 2.0 на 6-ступенчатой механике. Пока все, что можем сказать, очень нравится, потому что автомобиль мягкий и плавный на ходу. А сейчас все, едем домой по Ланаху. Розовый. Хаммер. Бывает. Мы будем кушать. Наварили еды. Будем сейчас кушать, а потом расскажем вам о том, где мы живем. И чем мы здесь занимаемся. Чем мы здесь занимаемся. Приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Купили такой вот чай. Сделаем его с собой на море. Чайник закипает. Человек доволен. Машину купил. Интересно, какой чай. Написано с лимоном и лимонной травой. Ну, в пакетиках. Мы обычно в пакетиках не пьем, но там особо такого нормального выбора не будет. Да. Один пакетик. Один? Термос. Хорошо. Термос.
Марка. Чтобы мы тебе покупали. На подарок. Это термокружка моя. Выручает вообще очень сильно. Особенно зимой, особенно когда на учебу с собой делаешь чай. Или там кофе, если ты любите. Круто, на парах сидишь, пьёшь, греешься. А я тем временем, пока закипает чайник, хочу посмотреть, вернее, не посмотреть, показать вам машинку. Вот так она выглядит в салоне. В салоне, до салона дойдем. Вот. Такая она. Конечно же, дизайн на любителя. Впрочем, как и мой предыдущий пятикрузер. И вот салон. Салон, конечно, как корабле каком-то. Сиденье складывается из трех частей: нижний, средний и верхний. Регулируются все они. Они также с подогревом сидений. Очень удобные. Руль регулируется также в двух положениях: по вылету и по наклону. Ну, и все. А кстати, климат-контроль трехзонный, потому что задние пассажиры также могут регулировать количество подачи воздуха и его направление. Также, что меня заинтересовало, здесь даже сзади есть кнопка открывания-закрывания дверей. Куча разных подсветок, все подсвечивается, но это будем показывать, еще показывать и показывать. Да. Пепельница. А, вообще, хотел показать. Тут оказывается вот это, еще кармашек, он открывается, его можно открыть, было удобнее класть что-то, ложить. И здесь еще есть кармашки. Здесь еще ниша есть. Под каждым сиденьем есть ниша. И мой бар. Да, и бар у человека есть. Шикарный бар. Здесь два подстаканника. Застрял. И бутербродница. Да, два подстаканника и бутербродница. Но делиться я не буду. Почему? Ладно, я добрая. Ой, почему? Это для видео, она решила повыделывать. Нет, просто один раз поднять. Все. И здесь то, чем я проверяю машину обычно, это толщиномер, но я его использую уже... когда просто хочу пройтись, посмотреть по кузову. И а это для резины так. Потому что в основном кузов я проверяю, когда смотрю, снималось что-то или ничего не снималось. Там все двери, капот, багажник. Ну и осматриваю. Покажу. А, подлокотник показать. Локотник. Причем хороший локотник. Здесь, с секретиком. Всякая такая, может, тоже попалась. Типа бутербродница. Да, здесь еще подстаканники такие. А, и еще. Ну, здесь подголовник спрятан. Он выезжает, конечно. Вот так вот. Все нужно. И здесь еще покажи. Здесь еще есть тоже ниша. С одной стороны и с другой. Еще здесь всего куча хватает просто. Еще кармашки сзади. Смотрите, какая находка. Здесь есть дерево. Яблонька. Маленькая, молоденькая. И упало яблочко. Маленькое тоже. Я его подняла. Можно на один зубик попробовать. Хочу повесить видеорегистратор. Я без этой штуки не могу ездить, пусть на всякий случай, но будет. Так, нормально, хорошая распаковка, уже что-то теряем. Так, это специальная прокладка между стеклом и видеорегистратором. Не знаю, зачем она, типа снятие какой-то электростатики. Инструкция, не надо. Сам видеорегистратор наш 70 май Xiaomi, конечно, самый простой я брал попробовать. Флешку уже вставил у него. Так, что еще здесь?
Прикуриватель есть в комплекте на один, но нам не пригодится. У меня уже есть прикуриватель. Кстати, может... Нет. Думал, он будет короткий, можно прикуриватель вставить, его закрывать, но нет, не получается. Так что он нам пока не пригодится. Или пригодится, тут еще тоже есть где-то прикуривки снизу. Может, туда на всякий случай вставим. Так. А вообще, надо будет его подключить правильно через зажигание. Включаешь зажигание, включается регистратор без всяких прикуривателей и тому подобное. И самый длинный провод для прокладки. Мы же обещали вам рассказать, что мы здесь делаем. Да. В общем, у меня сейчас международная научная конференция. И он не филонец, у него конференция. Да. Конференция-то проходит в Паланге. Она занимает целую неделю, 5 рабочих дней. Вчера был понедельник, мы приехали, зарегистрировались, там только была регистрация. А сегодня уже было несколько выступлений. Ну, а мы решили сегодня после обеда отдохнуть. Конференцию покажем вам уже завтра, потому что каждый день показывать одно и то же. Не думаю, что это будет особо интересно. Ну, а сейчас я стою перед... Стою перед выбором, пойти искупаться или нет, потому что я еще тот пловец. Саша обычно, когда и меня море, затянуть в холодную воду. И даже не балтийская, он очень долго заходит в воду. И я постоянно говорю, давай просто ныряй, падай. И он очень долго решает, надо, чтобы зайти в воду. И сейчас просто очень смешно наблюдать за тем, как он это делает. Потому что каждый раз одно и то же. Ну, интересно, с какой попытки он все-таки зайдет. Я вам обязательно об этом расскажу. Ну, а у нас вот такой вот пляж. Люди отдыхают, загорают. Там купаются люди. Сегодня можно. Так что мы сейчас тоже пойдем попробуем искупаться. Так, объект приближается к цели. Объекту очень не нравится. Ему холодно. Вот он. Вот там где-то человек, вот. Так, он моет руки, это большая редкость. Обычно это тяжело сделать, заставить обмыть тело. Ой. Его прикрыли женщины, и он сейчас геройствует, чтобы не проиграть этот спор. Так. Куда ты идёт? Да просто сядь. Чем-то прыгает. Ох ты шо. Он сделал это со второй попытки. Все ради вас. На самом деле вода не очень-таки холодная, но это больше не покупаться, это больше попрыгать по волнам называется. Ну, так люди этим и занимаются, да. Они радуются волнам. Ой, все, теперь будем сушиться. Тусовка альбатросов. Класс.
красивая. Чайку и альбатроса.